А ведь уже скоро начнутся съемки БККС-8. А тебе-то зачем этому радоваться? Мужик, нам же добавят новичка. От прикола за над первокурсниками это платина. Вообще, я прям сейчас бы мог сказать вам, кто это, но правила есть правила. И то правда. Лучше сохранить интригу. Ребят, ужасные новости. Ну и что там? Спартак опять проиграл? БККС отменили! Такое могло произойти. Они пишут, что файлы с ассетами были удалены. Из-за этого они потеряли смысл дальше нас продвигать. Ну тогда мы снова можем жить своей жизнью. Вы, возможно. А вот нас уничтожат! Что? А за что? Хосты — это персона, зависящая от телекомпании. Поэтому умрет БККС, умрем и мы. Тогда не теряем ни минуты. Нужно спасать это шоу. Стой, спай. Уже поздно, дедлайн по возвращению был вчера, но я не успел. Нам остается лишь с этим смириться. Нет! Вот об этом я говорил. Ладно, я могу спасти только вас. И как же? Мне придется передать свою силу кому-то другому. Тогда у вас технически будет новый хост, а из этого шоу будет жить. И кто же возьмет на себе эту силу? Есть только один вариант. Да-да. Локи, ты срочно мне нужен! Я не могу ничем помочь! Я как бы в ящике неудачников! Если поможешь, будешь вести мое шоу! Всегда рад помочь, друг мой. В чем дело? А ККС отменили. Ладно, это стоило того, чтобы сломать LOL. В общем, где мое наследство? Постой, постой. Для начала нужно познакомить тебя с участниками. Ох, хуй, в процессе разберусь с ними. Ты прав, у нас мало времени. Мало времени до чего? До моей кончины. В смысле? Нет времени объяснять. Надеюсь, ты знаешь, что нужно делать. Положись на меня. Ну тогда... Ради меня. Будь лучшим хостом. Я тебя не подведу. Ну что ж, пора прощаться. Спасибо, что вы были со мной все это время. Быть вашим хостом было лучше в моей жизни. Желаю вам удачи в новом шоу, всего наилучшего. Не могу поверить, что его вот так просто уничтожили. Ну вообще я тоже. Сколько помню его, он всегда был живучий падлой. Ну, например, когда он вышел из комы наперекур. Или когда бутылку почкой открыл. Ладно, ладно, давайте сейчас не об этом. Значит, я так полагаю, я ваш новый хост? Чё вообще хосты умеют? Да я сам Эмбер, можете такие штуки классно делать, и там приколы, сильные, все такое. Так, я понял, это лучшая работа в мире. А если это Object Show, то за что вы вообще сражаетесь, ребят? Ни за что. В смысле? То есть все ваше шоу это просто ситком? Ну понятно, что его закрыли. Окей, чтобы немного разнообразить обстановку и спасти шоу, давайте сделаем приз за прохождение. Чего вы хотите, ребят? Деньги. Крабсбургер. Ручную медузу. Гарнитура, Sony Ericsson, новый микрофон, пожалуйста. Так, хватит. Ваших хотелок настолько много, что одну выбрать невозможно. Я придумал! Вы будете сражаться за мою силу. С ней вы как раз можете делать, что захотите. А что за способности, которые ты получил? Да, ну что за типот? Так, молчать, салага. Готовы вы или нет, но мы начинаем ПККС. Мощь блоки... Крутое интро, правда? Ну точно, типот. Итак, перед вашим первым испытанием, пожалуйста, разделитесь на команды. Ну что, ребят, воронины возвращаются. Не-не-не, я тут глянул, у вас у всех в командах должно получиться как минимум 4 участника, так что вы еще не готовы. Зато мы готовы объявить о наборе в нашу команду, идиот! Постой, постой, Тулбокс. Мне кажется, нам пока не нужно это делать. Это почему еще? Ты не думал, что все эти события неспроста? Как будто вселенная давала нам шанс начать относиться к Азюму лучше.
Я не до конца понимаю, к чему ты клонишь. Видишь ли, когда наш хвост не давал нам испытания, мы жили для себя, и воспринимали все как шутку, мы были просто банды идиоты и ни о чем не думали. Но теперь с новым хвостом есть шанс начать все с хорошего старта и относиться ко всему серьезнее. В первую очередь я говорю о тебе, Тулбокс. Ай, ты прав. Я должен вести себя более сдержанно. Что, барышни, надеюсь, все слышали объявление нового хоста. В наш союз нужно добавить еще одного участника. Легко сказать. Да вот кого нам выбрать? Карандаш? Нет, по головой больно. Вибер? Да ну нет, зумерье тупое. А вот Кэн? Ну уж нет. Ладно, тогда... Фокс? Серьезно? Ну, а что? Он вроде этот, как там его... Эйтышник. Он может сильно помочь нашей команде, знаешь ли, своими способностями. Думаю, ты права. Эй, Фокс, не хочешь ли ты к нам в нашу команду? Никогда не был в тимах, но я хом зажонюсь. Отлично. Ты поняла, что он сказал? Понял. Очень старомодное ваше лого. Я еще его задекорю по-быстрому. Конечно, если это вам нужно. Имба! Верда, если нас так и будет двое, то мы будем просасывать остальным. Тогда давай вступим в чью-нибудь команду. Эй, ребят, а можно к вам? Еще спрашиваешь. Конечно, Скрятыш. А можно с собой Верду возьму? Разумеется, больше участников, больше пользы. Ну, и как же нам назвать команду? Ну, мы были бандой Воронины, а вы... Архыз. А, да. Тогда, может, объединим название? И что же из этого выйдет? Вархейс! Еще одного добавить, значит? Как будто бы смерти хостов не хватило, чтобы спогадить мне настроение. Я не собираюсь брать нам карандаша, этого подлизу тем более. А что насчет меня? Твою ж мать! Карандаш! Кажется, все от тебя отвернулись, но ты можешь вступить к нам. О, как круто! Спасибо, Тулбокс! Вот так, да? Именно. Ты идешь на поправку. Выходит, остался только Кэнсел. Эй, не хочешь... Да я понял, иду. Что же, команды сформированы, но две из них все еще без названия. Как вас представить, джентльмены? Не будем повторять ошибок прошлого, так что мы Мастермайнд! Ребят, нам нужно придерживаться названия Яростная Банда. Ну а что насчет вас? Да я скажу. Наша команда будет называться... Эй, ребят, смотрите! Какого дьявола ты делаешь, тупая болельщица?